Друзья мои хорошие, вы знаете, что такое испанак? Это шпинат. И знаете, какая вкусная еда из него делает, готовится? Вот килограмм у меня испанака. Я что сделала? Пожарила, сделала зажарку, лук, бросила помидоры, чесночок, много лука. Была полная сковородка, вот сейчас вот все уменьшилось в размерах, мои хорошие. Кисленький вкус. И турки очень любят ее. Что делают с нее? Вот сейчас оно приготовится, и туда яйца разбивают, и все, подают. Сегодня на ужин у нас шпинат. Здесь я приготовила супчик, куриный бульон. Вот так вот мой муж любит. Чтобы крупное все было. Представляете, мясо нужно отделить от косточек. А здесь мой плов. Вот, сейчас я его так вот, он мне млеет, посмотрите. Ох, какой плов хороший. Ну все, испанак готов. Вот так он должен получиться. Представляете, была полная кастрюля. Сейчас осталось на дне. Килограмм здесь. Мои хорошие, килограмм нам с мужем очень много. Поэтому я решила половину отобрать сюда. И приготовлю из него суп. Моему мужу это, кстати, очень нравится такой суп. Он напоминает как щавелевый. Я картошку добавляю. Затем вбиваю яичко, и вот 2-3 ложки, это он прекрасно кушает. Ну, а это мы будем кушать сейчас, нам для мужа это достаточно. Какой же у нас ужин сегодня? Посмотрите сами. Что у нас на закуску? Это голубцы сарма. Они с рисом, подаются с лимоном. Их можно купить в каждом магазине. Я не заморачиваюсь, никогда их не делаю. Даже не хочу знать, как. Такие огурчики. Зелень рока, помидоры. Я отварила брокколи и добавила лимонный сок. Добавила перчика, соль и оливковое масло. Йогурт. Потому что йогурт нужно есть с этой сармой. Теперь суп у нас. Вот такой бульон. Без зелени, без ничего. Вот такие вот закуски. Это для мужа. Без перца. А это для меня соленья. Вот так вот. И самое главное блюдо. Это вот. Самое главное. Приятного аппетита нам. И вам. Пока-пока. С вами была Светлана Ата.